Собачку зовут Маруся. Ей 2 года. История Маруси довольно грустна. Она долго скиталась в стае бездомных собак. Потом ее отловили и сдали в пункт временного содержания. Там она родила щенков. Их всех разобрали. А мамочку никто не видел и не замечал. И когда уже пришел срок ее усыпить, тогда нашлись люди, которые забрали и решили, что они найдут ей дом и любящего хозяина. Марусенька пока на временной передержке. Очень хочется найти ей действительно любящую семью. Она этого заслуживает. Очень ласковая, очень нежная, трепетная, заглядывает в глазки и спрашивает: «Ты же меня не бросишь? Меня же теперь будут любить». В квартире Марусенька ведет себя прекрасно. Гуляет с радостью, любит играть с мячиком. Станет вам компаньоном во всем. Ей 2 года. Привита, здорова. С детьми очень хорошо играет, не обижает. Котам терпимо. Собак средних и мелких пород тоже не обижает. Внимание! Этого пса по кличке Лаки без устали, но пока безуспешно разыскивают уже несколько месяцев. Он может быть где угодно, в Минске или рядом с городом. На днях люди видели похожего пса в Степянке. Кто-то поиздевался над питомцем, замотав его морду скотчем. Очень просим, если вы видели кого-то похожего на эту собаку, позвонить по номеру, указанному на экране. Вознаграждение гарантировано. Друзья, знакомьтесь, это Чип и Дейл. Двое белоснежных мальчуганов из Ларца очень хотят пристроиться в надежные ручки к умеющим любить людям. Возраст ребят 1,5 года. Кастрированы, к лотку приучены. У парней было очень непростое прошлое. Но однажды они познакомились в ветклинике и стали неразлучны. Котики здоровы, но с небольшими особенностями. Дейл прихрамывает на одну лапку. Чип прекрасно передвигается на своих 2,5. Запрыгивает на кровать, прилетает за вкусняшками. Мальчики очень нежные и дружелюбные. Звоните и приезжайте знакомиться.